такие путешествия были невозможны до появления виртуальной реальности. Впервые за 20 лет посетители смогут увидеть уникальную Жеоду Пульпи, единственную в Европе. Pelos de punta todavía, o sea, carne de gallina, está muy bien, muy logrado. Me ha gustado mucho, parecía que estaba dentro de la geoda. Жеода – это полость в породе, заполненная наросшими кристаллами минералов. Пещера была обнаружена в 1999 году и ни разу не была открыта для посещения. Porque está demostrado que el CO2 de nuestra respiración dañaría los cristales. Однако с помощью виртуальной реальности... Que la gente pueda... experimentar la sensación de visitar la geoda sin dañarla. Puede interactuar, mover la cabeza a 360 grados y también mover los brazos. Виртуальное посещение можно осуществить в замке Сан-Хуан де Лос Терреros. Посетители перенесутся в самое сердце Жеоды, в царство удивительных самоцветов. Yo llevaba ya muchos años intentando verlo, vamos, que hiciesen algo para poderlo visitar, me quedé alucinada. Очки и наушники – единственная экипировка, необходимая в этой экспедиции, и мы готовы погрузиться в недра удивительного природного образования.